Каждый раз, когда я готовлю вот это вот, это бычьи яйца. Я всегда вспоминаю мальчиков из клуба знакомств, которые не умеют уважительно общаться с противоположным полом. Мальчики, помните, девушка – это тоже человек. И она приходит в клуб знакомств для того, чтобы там хорошо и приятно провести время. Поэтому не надо им показывать то, чему вы научились на курсах пикапа. Тогда ваше вот это вот всегда будет оставаться с вами.